Ramos.
Что же, вот и подходит к концу 2021 год, пора подводить итоги. Этот год был довольно сложным в плане того, что первые полгода я никак не мог поснимать поезда на тот момент новый купленный мной телефон, а также не мог поработать на станках из-за нашего уже прижившегося и задолбавшего нас всех коронавируса. Но у этого года есть и свои плюсы. В этом году на канале вышло аж 4 видоса, собравших достаточно большое количество просмотров и лайков. Особенно я офигел с того, когда я на видео самой тупой машинист-страницы увидел количество лайков, равное 100. Этот видос является вторым на канале по количеству лайков, а может скоро даже и станет и первым. Также в этом году мы преодолели отметку в 600 подписчиков, и наконец-то канал набрал 100 тысяч просмотров, и мне наконец-то разрешили выкладывать посты на YouTube и выкладывать шорты, что значительно облегчит работу на YouTube в дальнейшем. В этом году у меня получилось съездить в Массоутсу на заброшенную железную дорогу, прогулялся по узкоколейке Валмера Айнеш. Впрочем, этот год был очень продуктивным в плане создания видео. К сожалению, как я хотел, у меня дрезину в этом году сделать не получилось. Связано это с тем, что создание дрезины стоит лошадиные деньги, плюс где ты еще ее будешь, блин, хранить, и желаю тебе удачи не спалиться охране. Да и жизненные обстоятельства пока что не позволяют этим заниматься. В следующем году я думаю продолжить рубрику самого тупого машиниста, только уже попробовать в RTS и Transim World, а если залетят и эти видосы, то можно попробовать и в GTA 5. А также наконец-то закончить и выложить вторую версию карты Шашлык, которую я уже как год с половиной пытаюсь сделать. Такая продолжительная разработка связана с моей занятостью в учебе, жизни, а также желанием поиграть и в другие игры. Также в следующем году, если получится, то можно попробовать снять видео по выточке колесной пары в масштабе на токарном станке, а может даже и на станке с ЧПУ. Впрочем, поживем и увидим. Ну что же, всем спасибо за просмотр, с вами был Дзеник. Увидимся в новом 2022 году. Всем удачи и пока!